Ну а сейчас, дорогие мои, многие гадают, что это за королевский наряд. Ведь раньше именно жаккардовая ткань считалась одной из самых престижных. Это статусные ткани, которыми дополняли свои наряды короли, королевы. А сегодня, выбирая жакет Сибилла, наши женщины превращаются в достойных леди. Казалось бы, жакет – такая базовая модель. И многие женщины уже устали от базовых расцветок. Давайте разукрасим свою жизнь. Это не просто дорогая жаккардовая ткань. Эта ткань украшена еще и цветами. Создайте свой образ первой леди вместе с жакетом Сибилла. Есть размеры от 46 до 56. Сколько расцветок вы на знаете, выбор? Вы знаете, выбрала для себя синий цвет. Да. Мы выбираем по основному цвету жакета. Здесь мне нравится многообразие палитры моих любимых оттенков. Лиловые, розовые, яркие голубые. Если вы любите носить оттенки темные и вас впечатлил этот яркий контраст флористики, закажите для себя жакет Сибилла синего цвета. Ну а если вы хотите праздника и любите праздничные ткани, сделайте себя яркой, белоснежной, выбирайте жакет Сибилла. Кстати, для многих невест это будет яркое дополнение к вашему ансамблю. Многие женщины, мои клиентки прекрасного возраста, выбирают для себя костюмы. Для того, чтобы пойти в ЗАГС, расписаться, это отличное решение. Ну что ж, ментоловый бирюзовый цвет. Еще раз хочу напомнить, антивозрастной эффект. Этот цвет любят женщины, и они видят новое отражение, помолодевшую женщину. Но антивозрастной эффект это еще и коралловый цвет, согласись. Кстати, вот если сейчас я приложу к Лениному выбору платье Злата, кораллового оттенка, любите носить костюмы, тогда наш жакет Сибилла и платье Злата, посмотрите, идеальный как ансамбль. Оттенки сочетаются друг с другом. Просто созданы друг для друга. Выбирайте готовыми ансамблями. Любите себя и украшайте. Еще один цвет у нас есть в наличии. У нас есть еще яркий васильковый цвет. Давайте сразу вспомним юбку Рахиль. Помните этот цвет у нас встречался в юбке Рахиль? Васильковый. Соединяйте их друг с другом, и у вас получится готовый ансамбль. Давайте посмотрим, как жакет Сибилла смотрится на... Слушай, Света, потрясающе просто! Вау! Вот, вот о чем мы говорили. Вот вам и с брюками, посмотрите, какая-то... Просто Марина, ну я не знаю, насколько она постройнела. И Марина, и Лена, мне очень нравится, как жакет Сибилла смотрится и с брюками Тальяна, брюки скоро будут в нашем эфире, и с юбкой Рахиль. Между прочим, если жакет Сибилла и юбка Рахиль, 2998 рублей. Менее 3000 рублей. Ну а сколько же будет у нас стоить готовый ансамбль с брюками? Давайте посмотрим сейчас. У нас... Вот сейчас на экране у нас выходит менее 4000 рублей. Потрясающе! Подождите, о чем мы с вами говорим? Это же жаккардовая ткань. Подожди, это так дорого, жаккардовая ткань. Ну, жаккард вообще сама по себе ткань является очень статусной. Но здесь помимо ткани, Лена, есть еще украшения. Посмотрите, как дизайнеры все-таки научились дополнять ансамбли. Здесь мы видим пуллер. Это так у нас с вами заканчивается молния. Он украшен не только позолотой, но еще и камнями под фианит. Очень красиво смотрится эта деталь, и она является дополнением. То, что я говорила про ткань. Давайте посмотрим сейчас, как наша ткань тянется. О, прекрасно. Подожди, это значит подойдет на фигуры? Да, я хочу сказать, что эластичность ткани – это идеальная посадка. Я вообще люблю эластичные ткани. Когда они садятся по фигуре, они не сковывают наши движения. И давайте посмотрим на подиум и выберем ваш размер. Размеры есть от 46 до 56. Поторопитесь сделать свой выбор именно сейчас. Женщины прекрасного возраста, если у вас большая красивая форма бюста или полноватые ручки, я советую выбирать жакет на размер побольше. Таким образом вы будете маскировать, визуально скрывать секреты своей фигурки. У Марины 54 размер верха. Марина выбирает жакет Сибилла размер в размер. Но некоторые женщины предпочитают жакеты посвободнее. Если вы хотите посвободнее и подлиннее жакет, тогда плюс один. Ох, как мне нравятся эти образы, Свет. Но Лена очень у нас стильно. Просто как первая леди. Ты такая, знаешь, я хочу сказать, что жакет выглядит очень дорого. Очень. Но в то же время его можно носить вместо блузы. Это всесезонное предложение. И когда будет прохладно, например, зимой на работу, педагоги дорогие, те женщины, у кого важная должность, чиновники, мэры,
тренеры, может быть, финансовые директоры, да, выбирают такие ансамбли. И сегодня очень модно не просто одного цвета выбирать вверх и низ, а комбинировать их с разными принтами. Будьте на модной волне, позвольте сегодня быть себе самой стильной. Ну вот, кстати, говоря о комбинации, можно соединять и эти расцветки. Смотрите, персиковый цвет, янтарный на нашем синем цвете, хорошо сочетается. Посмотрите, как здорово эти вещи дополняют друг друга. А если вы хотите визуально подрасти, мои дорогие, вспоминаем секрет не только стройности, но и высокого роста. Для женщин невысокого роста я всегда советую сочетать изделия монохромные или одного оттенка. Выбирайте готовые ансамбли, будьте как с обложки журнала. Единственный вопрос, Света, к тебе. Вот мама у меня, конечно, обожает жакеты, но у нее покатые плечи. Как быть? Вот ты знаешь, плечи? Здесь тоже есть подплечники. Так. Хочу напомнить, что бренд Prestige Style выбирает для наших женщин не только дорогие ткани. Очень часто конструкторы-дизайнеры уделяют внимание именно стройному силуэту. Здесь нас корректируют линию плеча и талию, и бедра именно подплечники. Марина вам демонстрирует это. Вточные рукава будут делать ваши формы более изящными. Сделайте себя более изящной, подчеркните свою красоту. Знаешь, Света, как много моих подруг жалуются, у меня не та фигура, у меня тут много, здесь мало. А что, если просто выбрать правильные ткани, правильные фасоны и подчеркнуть свою красоту?